Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, мои хорошие! Доброе утро! 9 часов утра. Солнышко светит, я вышла на балкон. Сама еще не проснулась хорошо, но больше спать не хочется. Проснулась от шума. В парке у нас идут работы активные. Косят траву. Парк пока закрытый был, потому что он постоянно переполненный. Но видно, он закрытый. И сейчас, уже некоторое время спустя, его откроют для детишек. Балконы опять мои такие грязные, посмотрите. Надо все мыть. Эти цветочки, гвоздички. Можно сорвать уже, чтобы другим дать возможность распуститься. Такая замечательная погода, но что-то на море пока нет желания идти. Да, мы были же в гостях. Я вот взяла вот такие цветочки, их на ночь положила в водичку. И сегодня буду рассаживать. Как примутся или нет, посмотрим. А вот и мое варенье из 1,5 килограмма абрикос получилось. Вот две баночки. Вот и мои помидорчики. Кто-то меня спросил в комментариях, почему мы покупаем зеленые помидоры. Эти помидоры в Турции берут на кавалты на завтрак. Они их называют деревенские, еще по-другому. Они бесподобно сладкие. У них такой аромат очень вкусный, то есть салаты из них не делают, а просто нарезают к завтраку. Ой, пока еще голос у меня такой не проснувшийся. Так, а я, знаете, что посмотрела, пускают ли коренки. Помните, я взяла в деревне, хочу прикоренить черенкованием, как называется, да? Посмотрим, получится или нет что-нибудь у меня. Знаете, что я так разочаровалась? В чем? В этом растении. Это, знаете, что семизоты. Это мне сказал Али. Его употребляют в еду, в кулинарии. Делают салаты, супы. Если бы я знала, я бы не растила ее с таких семян, но, видно, анемчик дала мне семена и не знала. И что теперь я буду делать? Посмотрите, у меня, и оказывается, ее очень много. Вот, везде растет. Я сегодня хочу ее отсюда взять и посадить вот то, что я принесла. Зачем мне столько семизота, не так ли? А так в Турции переезжают или привозят что-то новое. Когда переезжают, пользуются вот так вот. Не носят вещи по подъездам, а приезжает такая машина и на любой этаж. Видите, погружают или сгружают. Очень удобный метод.
не надо таскать вручную, когда есть специальные машины. Также люди, когда переезжают, они пользуются этими услугами. На той стороне соседей пока никого нету. Это солнечная сторона с утра. Жарко. Эти многие накрывают такими занавесками. Но мы никак не можем дойти. Представляете, после этого случая коронавируса мы со Шкымом опустили руки. В принципе, пока не так уж жарко, что прям быть на балконе. Вечерами, знаете, прохладно. Я не помню такое Мерсини. У нас двор кожаный. Мурат постоянно скашивает травку. Красивый. Вон Мурат. Как пчелка трудится. Что там у меня с цветочками? Видите, сколько. Вот. 2-3 дня я не поухаживала, не поподметала, и вот уже такой вот у меня балкон грязный. Это мы со Шкемом придумали веревку такую, чтобы оно шло туда красиво, хочу. А ему не нравится. Друг за друга, они друг за друга, но ни за что они не переплетаются здесь. Только плодов будет скоро. Моя розочка. Как вы думаете, она прижилась? Мне кажется, да, да? Появились новые лючечки, иголочки. А космея, я ничего с нее не делала. Вы знаете, что вот эти засохшие цветочки я просто взяла и побросала опять в землю. Пион красивый. И вот это, семизоты. Это очень красивое растение, дай бог, чтобы оно выросло побыстрее. У нее такие большие цветы. Здесь у меня ассорти. Вот так и горшки с цветами. Угу. Какая пальма. Сейчас я заметила, там почтальон так посылки приносит. Никак мне не принесут мой пин-код с Ютуба. 6-й месяц пошел. Доброе раннее утро. В Мерсине 5 часов утра. А я только ложусь. Посмотрите, как птички чирикают, шебечат. Люблю это время. Днем не услышишь. А вот посмотрите, 5 часов утра.
кто-то занимается спортом. Потому что люди ложатся, наверное, часов 9-10. Вот так у нас классно. Пока соседи мне не видят, скажут, это что за невестка, которая не спит. И сладко спят, и муяшка вон храпит. Обалденный вид с моего окна, балкона. Ну что, пошла я спать, всем спокойной ночи. Кому-то доброе утро. Вот такой коктейль, еду я решила сегодня приготовить себе. Вообще у нас так жарко, и аппетита вообще нету. Так как мы сейчас со Шкылом хотим пойти на море, то нужно покушать. Я решила сделать себе йогурт, творог, сливу, фрукты. Вот это перемолю сейчас и выпью стакан. Всем приятного аппетита! Вот и готов мой такой коктейль. Сейчас я сюда добавлю, вот еще сколько осталось. Сейчас я добавлю чия. Ну, хотя бы вот 2 чайные ложки добавляю. Я постоянно в последнее время добавляю чия в салаты. Тут же омега-3. Нужно поддерживать организм, не только маски делать, нужно и изнутри лечить, очищать, питать организм наш необходимыми минералами, маслами, витаминами. Вот летом это самый такой, в Мерсине, в Турции, это лучший вариант завтрака. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.